Зовут меня Маргарита Борисовна Александровна. 18 лет. Закончила в этом году школу. Поступила в РГСУ, Российский государственный социальный университет, на юриспруденцию. Хожу на курс английского, учу английский. Ну, рассказывайте, вы все слушали, вы уже третья, вам уже легче. Социальный проект немного думала. В анкете указано, что интерес и занимаюсь дизайном одежды. Вот, и сама воплощаю все это, придумываю, все нахожу и все сама. Вот это что на вас это ваше? Да. Своими собственными ручками? Да. Хорошо. Вот. И если тема идет такая, социальный проект, то. Такая пошла тема. Пошла такая тема. Я последний огурец. Ну. А вот начать, не знаю, открыть какой-то, если так можно назвать, бытичок. Бутичок. Знаете, я хочу на ваше место встать даже тогда. Ничего учиться не надо, точно. Это маленький бутичок. Знаете, не обязательно социальный, может быть какой-то культурный. Может быть, вы можете, может быть. Мечтали петь творчество. Ну так творчество вот. Пожалуйста, вы можете. Она мечтала бутичок. Кружок кройки шитья для малоимущих, понимаете, открыть, чтобы они смогли. Нет, маленький бутичок. Для малыш. Хорошо. Продолжайте, очень любопытно вот насчет бутичка. Ну, это все сказано. Ну, у нас там еще будет. Я понял. Спасибо огромное. Может быть, какие-то таланты? Может быть, сможете что-нибудь? Продемонстрировать? Нет, потому что с раннего детства ходила на курсы рисования, тогда меня отправили в художественную школу номер 1 на Кирова находится, я там проучилась. Вот, а собственно. Ну это большой талант, почему вы так его не читаете? Но бы с тобой работы не брали. Нет. А жаль. Спасибо большое, девушки. Спасибо, хорошо. И вам.